Про російські безпілотники ще хочу з вами цю тему зачепити. Роспропаганда зробила матеріал, в якому повідомила про те, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну росіянам вдалося наростити виробництво дронів камікадзе «Ланцет» у 50 разів. Чи наскільки коректні, по-перше, ці цифри? По-друге, у чому небезпека саме цих дронів і як Україна може протидіяти таким системам? Ланцеты это дроны, которые сделаны из израильского дрона Hero 400 EC. Посмотрите в интернете, сравните Hero 400 EC и Ланцет. Это одинаковая система управления и, скорее всего, комплектующие тоже изначально израильские. Сейчас надо разбираться, кто поставляет комплектующие для этих дронов. Но россияне, израильтяне построили в свое время, по-моему, в 2012 году построили завод россиянам для производства форпоста. Это беспилотник разведывательный. И на этой базе там россияне развились, но уж точно не без участия израильтян дальше. А вот после выхода Hero 400 EC у россиян появился Ланцет. Вот такой же самый. Потому есть у них возможность наращивать производство. Тем более сам по себе беспилотник, он в принципе не сильно сложный, сложные системы управления, то есть элементная база, которой у россиян нет, они не могут ее производить. Значит, им ее кто-то поставляет. А вот кто поставляет? Израиль, Китай, Иран или еще кто-то? А там должны заняться контрразведка, разведка. И в конце концов вытащить на Божий свет этих товарищей, которые помогают россиянам производить ланцеты в том числе. Ланцет довольно-таки неплохой беспилотник камикадзе, который выполняет боевые задачи на глубине до 40 километров. Он может висеть больше часа в воздухе и под прямым управлением. То есть довольно-таки неплохая система. И если там есть возможность, допустим, как-то перерезать цепочки поставки комплектующих, надо однозначно это делать. Но это вопрос, конечно, к нашей разведке и к разведке наших партнеров. До речі, в цьому контексті стосовно виробництва іранських шахедів, в них ще минулого року розгорнутий матеріал, до речі, робили американські ЗМІ, де вказували, скільки комплектуючих, що стосується електроніки, належить закордонним компаніям. Деякі з них навіть були американськими, європейськими. От до цієї теми ми знову повертаємося, тому що сьогодні в телеграм-каналах шириться світлина дрона, який шахеда, який атакував Миколаїв. Ось там такий напис на частині, мовляв, зроблено в Ірландії. Знову ми повертаємося до цієї теми. Чи можливо якось перекрити, чи є якісь механізми для того, щоб перекрити постачання цих мікросхем для виробництва шахедів в Ірані? Ну, дело в том, что сделано в Ирландии, это ж не факт, что она там действительно сделана, она может быть сделана где угодно, а надпись произведена. Допустим, сделана в Китае, но китайские фирмы, Тобто це могло бути эти представители... фейком. Конечно, это, кстати, я даже уверен чуть ли не на 100%, что это именно так специально и делается, для того, чтобы кинуть определенный кирпич раздрая в наше общее дело. Это может быть, это не обязательно, то есть я не утверждаю, что это именно так, но это может быть, потому что китайцы могут любой логотип налепить, какой закажете, хоть даже сделано на Марсе или на Луне, потому в этом как раз не вопрос. А вот как сделать так, чтобы, допустим, комплектующие не поставлялись на сборочные конвейера такого рода предприятиям? Здесь только санкционная политика. Как только у них не будет за что покупать, ниоткуда они не возьмут. А для того, чтобы не было за что покупать, не надо давать им денег. Ни за что. Чтобы у них не было зерно, металл, руда или, допустим, энергоносители, просто закатать вот такой санкционный липрозорий. И вот после этого, когда у них просто не станет за что покупать, когда у них не станет долларов рассчитываться за комплектующие, вот тогда у них уменьшится это производство. А пока мы всем миром, получается, покупая у России, у Ирана, у Китая определенное количество продукции, мы их же и спонсируем, и мы их взращиваем. То есть вот этот монстр китайско-иранско-российский нами же и взращенный.
Его надо теперь просто резать, вот эти поставки, вернее, поставки от них, движение туда денег, отсекать от экономики. И после этого, когда они будут, когда их вернут обратно в прошлое тысячелетие, максимум это будет у них лопата какая-нибудь, ну, может быть, лук и стрелы. Вот только после этого можно уменьшить производство високотехнологических систем поражень. По-другому никак. Ще одна тема, яка у нас наскрізна фактично від стріму до стріму, що відбувається із ПВК Вагнер, вагнерівцями. ОПГ Пригожина видвинулась в район Білорусь, в район Осиповичей. Там уже, по-моему, четвертая колонна туда заходит. Это где-то по батальону, по усиленному батальону они туда заходят. Там может быть расположено, ну, несколько тысяч, 3-4 тысячи человек в этом лагере. Вот они когда набьются туда, как селедки в бочку, я так чувствую, что потом может быть нанесен массированный авиационный удар по этому лагерю. Такое впечатление, что их туда заводят под утилизацию. Летчики на них злые, пара десятков летчиков была уничтожена этой ОПГ Пригожина. Теперь их собирают в один лагерь, в одно место, в палатки. И, в принципе, хороший авиаудар даже звена бомбардировщиков там разорвет все на молекулы. Ну, то есть, вот пока такое впечатление, куда Вагнер заводят Беларусь. Ну, а как оно будет потом, ну, посмотрим. С военной точки зрения они там никому не нужны. Учить белорусов, ну, белорусы сами и без Вагнера понимают в выполнении боевых задач. Они просто не обстрелянные. Ну, а обстреливать это их надо заводить на поле боя. Вагнера в этом смысле им не помогут. Собирать там, допустим, Вагнера для того, чтобы двинуться в Украину, нет смысла абсолютно. Это не та сила, даже как комариную куст, не более того. Они без армии, без 100-тысячной группировки, они ничто и звать никак. Единственное, которое еще может быть, политический момент, связанный, может быть, с заменой Путина. Дело в том, что они недалеко от Смоленской дороги находятся. Минск, Смоленск, Москва. Прямая дорога на Москву, там полдня езды. Это намного проще, чем с Ростова на Москву. По ней, кстати, когда-то Наполеон и двигался, в Москву заходил. То есть для этой еще задачи. Потому вот один из трех вариантов. Либо движение на Москву, либо утилизация авиационного, либо, может быть, еще третий вариант, это оттуда их потом заберут и перебросят в Беларусь. Может быть. Хотя это будет все зависеть от ситуации, в которую заведет война между башнями Кремля в ближайшее время. Ну, там іще, от власне, напередодні, коли почалося переміщення вагнерівців в це наметове містечко до Білорусі, пропагандисти почали волати на своїх ток-шоу, що, мовляв, за допомогою вагнерівців можна буде захопити Сувальський коридор. Що ви скажете про це? Це зараз суто такі медійні війни? Сувальський коридор – це 100 кілометрів між Польщею і странами Балтії. Это движение, это коридор такой гипотетический между Белоруссией и Калининградской областью. А вот это 100 километров. Вот представьте, как 100 километров пройдет каких-то 3-4 тысячи человек, когда с одной стороны польская армия стоит с юго-запада, а с северо-востока немецкая, натовская. Вот как они пройдут? Кто им зеленый коридор даст? Их разнесут, только они начнут туда двигаться. Причем перекрестным огнем. Потому это так, в никуда. 100 километров. Вагнер от Попасной до Бахмута за год прошел 30 километров. За год. Так это ему помогали еще 300 тысяч российских войск. Там же никого ж нет. Потому никуда он не двинется. То есть это вообще шумовая граната по поводу Сувалского коридора. Это так, ни о чем. Романе Григоровичу, щиро дякую вам за огляд, за те, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Завжди вас раді бачити на каналі «Січас». До свидання. Роман Світан був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю поширювати це відео, щоб якомога більше людей змогли ознайомитися із цим оглядом. Так само залишайте свої лайки, залишайте коментарі і підписуйтеся на канал «Січас». Для нашої команди це дуже важливо.